Волейболистки АМИ провели первый домашний матч чемпионата страны на новой площадке в Омском велотреке. В стартовом поединке четвертого тура наши спортсменки принимали одного из лидеров соревнований – череповецкую северянку. Поддержать наших волейболисток пришел губернатор региона Александр Бурков. В этом сезоне у нас появился впервые командный генеральный спонсор – компания «Росток». Благодаря поддержке спонсора у нас появилось игровое покрытие, и с этого момента велотрек, сегодня игровая площадка на велотреке, становится домашней ареной для нашей команды. Я вижу, что сегодня есть у наших девочек все, и новая площадка, поле в победе, характер, молодость спортсменов. Поэтому всем, кто выходит сегодня на площадку, всем участникам я желаю красивой игры, а зрителям приятных впечатлений. Мы очень рады, что в этом году футбольная команда «Бор» пошла в высшую лигу «Пар». С удовольствием приняли приглашение стать генеральными спонсорами. Крайне важно, чтобы у наших спортсменов все было необходимое для достижения максимальных результатов. Надеюсь, что вот эта вот площадка, крепкий сибирский характер, позволят нам достигать максимальных результатов. Активная борьба на площадке началась с первых секунд игры. Волейболистки из Череповца блеснули серией скоростных атак с мощными диагональными ударами, повели в счете и выиграли первую партию 25-17. Настраиваемся на каждую игру всегда абсолютно на любого соперника. Как бы мы настраиваемся на 100% максимально выйти с первых мячей заряженными. Волейболистки АМИ убыстрили передачи, стали плотнее играть на блоке. В начале второго сета шли на равных 5-5. Пошла командная игра, стали больше забивать, и за счет этого уже на фоне эмоциональном пошли вперед. Затем он провел серию ярких изобретательных атак. Соперницы ответили в том же стиле, разыграли несколько классных комбинаций, здорово действовали на блоке. 2-3 балла стали в итоге решающими. Волейболистки из Череповца выиграли еще два сета, Оми уступила со счетом 0-3. Плюс в том, что мы боремся, мы стараемся, что мы умеем, мы сейчас это пытаемся показывать и доказывать. Я думаю, что работа идет, и вот это видно, что от игры к игре мы вот находим более-менее стабильную и уверенную игру. После матча Александр Бурков и Тимур Латария вручили призы лучшим игрокам. В нашей команде награду получила Дарья Бессонова. Очень скучали по болельщикам, потому что особенно по своим, потому что когда мы уже два тура играли мне дома, побольше, три, может, четыре, и нет своих болельщиков, и очень хочется, чтобы болел уже кто-нибудь за тебя, и это очень приятно. Второй поединок против северянки также завершился победой команды из Вологодской области в трех партиях. Затем Омь сыграла с другой командой из Череповца сменой. Наши волейболистки выиграли первый поединок 3-1 и уступили в повторном 0-3.